да, да. Ну, как, не очень удобно, конечно, да. Не, ну если срочно, то могу, конечно, поговорить. Но недолго. А, не, ну, конечно, да, я знаю, спектакль, да. 7 часов, конечно. Сколько времени сейчас? 6:30, нормально, да, успеем. Декорация уже, да, да, стоит. Костюмы, да, да. Балет, конечно же, подъехал. Как зуб? Зуб, ну, побаливает немного. Ну, вы же знаете, сцена лечит. Да. Да. Хорошо, да, да, да. Сейчас. Сейчас. Саня, собери артистов, пожалуйста, всех на сцене. Я пару слов скажу. Товарищи артисты, сколько можно вас ждать? Че, прохладно, да? Я переоделся уже. Переоделся, но под Новосибирском-то прохладно. А можно я на корпоратив выйду сегодня? Мне надо. Да какой корпоратив, Даша? Какой концерт? У нас сейчас спектакль. Какой спектакль? Я даже не знаю, какой, потому что, во-первых, балет у нас застрял под Омском в автобусе. Декорация не приехала. Костюмы тоже наполовину есть. То, что поместилось в личную кладь. Значит, и костюма Рейслина нет? Костюма Рейслина нет. Вот представляешь, нет. А у меня свой есть. В Ярославе никто не сомневался. Так подождите, какой Рейслин-то? Так, подожди, Даш, подожди, подожди. Значит, друзья мои, многие артисты тоже не приехали. Поэтому мы сейчас с вами начнем спектакль. А дальше по ходу. Какой? Да что, спектакль какой? Иди, иди, переодевайся уже. Значит, какой приехал играть, такой и играешь. Ну что ж такое? Объясняйся. Детский сад. И ты тоже вали отсюда, выпил он. Так, дорогие друзья, пожалуйста, внимательно слушай меня. Я буду подсказывать. Спасибо большое. Переодеваться можно, да? Хоть кто-то. Меня понимает. Таис, пожалуйста. Неси, неси, пожалуйста, сейчас. Через 2 минуты на дальше. Руслан, а что мы играем-то? Федор, я не знаю. Сейчас, мне кажется, сахар поднимается. Даш, я уже сдохну, да? Ну чего, готовы? Нет. Нет! Нет! Тогда начали! Величайший мать! Приди сюда! Святым! 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 Перед этим именем трепетали самые искушенные чародеи. Никто из живущих не знал пределов и его могущества. Даша, свали со сцены! Даша, свали со сцены! Но у нее, у него была своя тайна. Такая, знаете ли, маленькая, толерантная тайна.
входила в его сны каждую ночь. Третий трек, давай включай. Высасывала силы, лишала покоя. Четвертый. Прекрасная дева, которую он когда-то присягнул и которую он предал. Заключенная в песне Даша, свали со сцены, богиня тьмы. Так партию глаза, что глядят сквозь свет, те, что зрят, как уходит жизнь, это путь. Обмануть себя не суметь, уже любить, как любить. Пустоту и тлен, как ступить на полотный мох, изменяется. Даже Бог, мир исполнен сплошных измен. Тот, кто видел однажды тьму, никогда не поверит свет. Все, что сдевайся, лапы нету, не приехала. Слышала на мне и глаза. Не солгут ему. Ручеек песка сквозь глаза протекает свет. Это свойство я взял в кредит, и расплата уже близка. Если встретил зверя, убей, а убить не можешь, не тронь. Ибо кто прошел сквозь огонь, тот уже вас потратит. Никогда не поверит свет, все, что свято, сошло на нет, и глаза не солгут. Иди ко мне.
братья-близнецы. Свет, свет! Сколь не похожи они друг на друга. Один ученый-книжник, другой деревенский парень с простым умом. Мне снилась мать. Она звала меня в могилу. Да, пан маг. Видать, плохо вас там в бездню уму разуму уши. А слыхал историю про Шепчиху? Про Хрисанию из храма Паладайна. Ну, она со мной ищет встречи. Я напишу тебе, ступай. Сиди, сиди! Крисани-то нету! Чебахтьярова не приехала, меня ты тоже! Есть. Что? Ты будешь играть? Да нет, что? Что? Даша! Что? Давай, нет, давай, нет, давай, нет, давай! Идите лесом, я так хизи сегодня нет! Таис! Тася! Вот! Стоять! Даша! Ты тех знаешь? Где? Что? Так и делается. Я тебе все объясню. Что происходит? Давай, тихо. Значит, сейчас у вас встреча. Как эта херь одевается? Это как на хуторе, только с Богом. На сцене никого нету, ну выходи уже. Выходи, что это такое? Это не мой косяк. Да, вот второй. Мы что делать? Давай, выходи, там по обстоятельствам. Давай. Здравствуй, посвященная. Герой вы наш! Спаситель! Який же вы гарний! Який красивый! Позволь мне изложить свой взгляд на мироздание. Ну скажете тоже? Тьма и свет, вот два крыла несущие в пространстве этот мир. Как вы по-ученому говорите? Ты... Ты не станешь отрицать, что мир этого создателя благ. Господи, у меня от ваших слов ученых мурашки по спине забегали. Угощаемся с панерек, я признаться вам должна. Все с любовью, все от сердца, все поспело до красна. ЗТМ! Алло, да, все хорошо у нас, да, идет спектакль. Начали вовремя почти, да. Музыка непонятно какая играет, ну ладно. О, не, все хорошо. Что, какая комиссия золотой маски? Я не думал, что они ездят в деревню под Томском. Да? Они смотрят Ви, а мы тут какую-то Пи играем. Так, неожиданно. Ладно. Хорошо, сейчас все будет, да. Руслан, на дуэт о любви нет черной ткани, забыли. Можно я в белом выйду? Да, конечно, можно. Аксенов! Да, Федор! Аксенов Федор Клестов! Ребят! Подожди, что золотая маска? Что золотая маска? Сюда идите! Золотая маска где? А, тихо! Ты стукуту! Куда? Значит так. В зале сидит комиссия с золотой... Да подожди, ты спою! Мне надо спеть! Подожди, у нас самый эффектный номер — это полет баночки! Какая песня? Я спою! Ты споешь под юбку баночки, да? Мы Ви играем? Да, придется Ви играть, потому что комиссия пришла Ви смотреть. Лебедок у нас нет, да, пипи. Лебедок у нас нет, но полет нужно обязательно, иначе это Ви не Ви без полетов. Значит, две бочки. Когда выходить?
пойдем. Музыка, поехали. Музыка. Всех остальных, нам нужно что-то... Включи мне свет, пожалуйста, а? Нам нужно что-нибудь... Что такое? Рут, ты понимаешь, почему... Я все... Тихо! Тихо! Значит так, все успокоились, все хорошо, без паники, значит... В общем, сейчас антракт. В общем, пока... Да подожди! Нам нужно придумать, что... Куда ты бочку унес? Нам нужно придумать что-нибудь да эдакое, эдакое, чтобы... Ночи-то будут? Послушай, я тебе говорю, что придумать. Нам нужно, я говорю, сейчас, во-первых, Маска что любит? Современный театр. Надо нам разрушить эту четвертую стену. Надо сломать, надо больше взаимодействовать. Даже снимай, смотри, стоишь, сколько масок получил. Они всякую херню в антракте делают. Давай тоже какую-нибудь херню сделаем. А, это... У нас до антракта было не очень-то. Ну вы в антракте давай рванем. Что мы рванем? Того мы рванем. У нас ни одной звезды нет. А какую тебе звезду надо? С телеком. С телека, с телека. Звезду с телека. Так, иди сюда. Во! Рус, Серега Смолин, звезда с телека. С какого телека? Ну, он на канале «Канал». На канале «Карусель» ведет караоке-шоу. Правда, эту херню никто не смотрит, но он ведет. Звезда с телека, пожалуйста. Не, ну вообще он прав, конечно. И что, мы будем сейчас со зрителями в караоке играть? Ну, я говорю, давай караоке, все, давай, иди. Не-не-не, погоди, не-не-не. Там другой образ, я сейчас дал Амаре, Там вот, у меня диско-луч, понимаешь, там у нее на башке вот такая, да, как бы... Хренотень, сейчас, вот диско-луч. Стой! Куда. Так, хотел диско-луч, да? Откуда ты это взял? Секрет фирмы. Фирма веников не вяжет, фирма делает дорогой. Ладно, для образа, окей, сойдет. Ну там судьи, я не могу, там судьи, там три судьи, да, сидят. Вот мы вдвоем с Русом были судьи. Ну вас двое всего. Ну а что тебе не хватает? Ну, там вот. Третий, там, как объяснить, там такая розовая лошадь. Лошадь? Да. Бояр у нас, уходи! Лошадь нужна! Покрупнее, лошадь нужна! Вот, смотри! Вот тебе лошадь! Не, ну она, конечно, подходит, там розовая тоже вся, но там... Там реально лошадь! Ну да, там Бояр, лошадь, там реальная лошадь. Ну вот тебе лошадь реальная, пожалуйста. Не, ну смотри, ну там как бы, помимо там судей, там есть еще участники самые, где мы их возьмем? Да блин, вот смотри, сколько участников! Ну они не пойдут. Да сейчас, смотри. Так, ребят, кто из вас знает песню? Так, допустим, песню Карамона кто-нибудь знает? Ну, кто-нибудь знает слова песни? Письмо. Письмо, знаете? Так, врубайте музыку. Сейчас будем выбирать. А куда это? Она не получит, нет, все равно. Давайте музыку врубайте. Письмо Карамона. Давайте. Ну, кто знает? Я по открывшимся лицам пойму. Никто не знает, ты что завелся? Я тебе говорю, не пройдет еще. Ну, друзья, смотрите, да? Рослен мне вернул письмо. О, вот, молодец, Даша, ты супер. Давай! А вам кто-то поет там справа. Да, это понятно. Во, я смотрю, она прям поет.
Она вот поет. Вот тебе Карамон. Чё б не Карамон, смотри. Оригинальный. Ну это один участник, а так, давай, трое, включи трое. Что-нибудь, давай из Доломара что-нибудь, какую-нибудь херобоку включи. Так, кто из Доломара знает? Тех знает кто-нибудь? Я знаю! О! Во-во-во-во-во! Я прям вижу, она уже весь спела. Еще песня началась, она уже все спела. Ну ладно, если ты уверен. Вот, смотри, и сумочка как-то... Ну, можно я третьего выберу, можно? Ну давай. Спасибо. Там в зале Артур Байдо сидит, он не знаю, хорошо. Артур Байдо? Кто это? Артур Байдо? Артур Байдо! А, ну смотри! Поставил лицо! Да нет, он неизвестный участник абсолютно! Здравствуйте, и в очках, солидный да, мужик! Да, 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 никто не должен знать! Вот, смотри, да, никто его не знает! Так, вот чуть-чуть назад отодвиньтесь! Вот, вот, встаньте! Вот, пожалуйста, ну давай, а, чуть еще. Самое главное, там есть песня в начале, которая очень важна, я под которую... Будет там так интересно, но... Сука! Пошел! Любимые мультфильмы, любимые песни, королевский караоке, знакомые ноты и строки, мы весело вместе споем. Это королевство караоке, ты можешь стать его королем. Вот это королевство караоке, ты можешь стать его королем. Ой, итак, добрый вечер, дорогие друзья мои, рад вас приветствовать в этом прекрасном шоу «Мульт-караоке» и ваши аплодисменты. Итак, перед нами три участника, которых абсолютно никто не знает в нашем прекрасном, блестящем шоу. Итак, представьтесь, кто вы? Александра, вы? Елена и... Алексей. Аплодисменты! Громче, громче, громче! Итак, уважаемые судьи, должны будете оценить не только пение наших прекрасных участников, но также их актерские мастерства. Кстати, Аксенов, они должны быть в образах. Это первый тур? Так, да. Давай. Не, Доломар, живот. Доломар. Доломар, да? А, Доломар. Федор, иди-ка сюда, мне кажется, лучше. Я понял. Вот, Доломар, как да. Как играть в эту игру? Сейчас, сейчас, подожди, стоп, остановочка у нас там, это немножко техническая. Федор Воскресенский. Погоди, о, король жрец, да? Нет, спасибо, больше не надо. Эй, Карамон, да куда ты, это Доломар, ты что, ты совсем пьяный, что ли? Че, камера готова? Маша, я не слышу, да, готова, поехали. Так, 3-4. Итак, можешь что-то... Спасибо! Итак, друзья мои, мы продолжаем запись у нас съемки прекрасного шоу «Караоке». Итак, первый участник у нас — это Карамон! Выходи вперед! Но, подождите, стоп! Маш, я не могу так работать, но можно как бы со мной синхронизироваться, там, я на ухе все-таки, окей, договорились? Ну, мы потом вырежем. Итак, значит так. Итак, для того, чтобы... Ну, нужно не просто петь, нужно еще изображать пьяного Карамона. Давай попробуй, посмотрим, как у тебя это получится. А можно микрофончик нам в студию для участницы? Спасибо большое. Итак, технику иди. Итак, но помимо того, что тебе нужно петь и отыгрывать, еще у тебя будет дополнительное задание. Нужно взять в рот эту пробочку. Итак, по нашему урну аплодисменты мы оцениваем... Он неумолимый. Так, вторая пробка идет в рот. Давай, давай. Нормально, так сойдет. Итак, поехали, друзья мои. Ваши аплодисменты нашему Карамону. Ты пьяный, не забывай. И, конечно же, мы все оценим это прекрасное выступление. А сейчас прихожу к следующему нашему персонажу. Это Доломар! Что-то как-то тухленькое, ребятки, друзья, давайте поддержим. Итак,
тебя задание. Ты будешь петь, изображать персонажа. Знаешь этого персонажа? Ну-ка, покажи немножко, как ты... Микрофон при этом мы держим где? Правильно, отлично. Так попробуем еще раз, давай. Узнаешь товарищей по играм. Но не забывай, это не диско-луч. Это все-таки Домомар. Отлично. Итак, у тебя задание ни при каком случае не останавливай свое пение. Договорились? Что бы с тобой ни происходило, не останавливайся. Итак, под ваши бурные аплодисменты. Узнаешь товарищей по играм детства, это ты от нас как от чумы бегал. Отец, ты сучий, ты теперь великий, но отец, никуда тебе не деться. Покажи, рыцарь, покажи. И так аплодисменты вашему Домомару. Мне кажется, у вас правило на все 100%, давай пятерем. Это было супер и наконец. Что бы вы думали, это король-жрец! Эй! А где же вы, ребятки? Аксенов, ты что там? Дай, стоп, мотор, да. Да ты что, давай, где ты там? Ты готов? Как зовут, мальчик? Так вот, слушай. Значит, для тебя самое сложное задание. Нужно спеть. Ну, слова ты знаешь, я надеюсь, да? Подготовился дома? Так, итак. Для тебя самое сложное задание. Нужно вдыхать этот гель, и тебе Аксюша надо помогать. Импровизация. Ты меня любишь, лепишь, творишь, молюсь. Отлично. Погнали. Итак, встречайте, король жрец! Федор, ты обмытал, Федор? Можно чуть перемотать? Эфирное время все-таки. Маш, ну что там происходит? Окей, ну ладно, договорились. А? Чуть-чуть перемотай, ага. Готовы? Звук? Все знаки на небе сошлись, пробил час. И сотни встревоженных лиц вижу я. Да, его голос вообще мало еще не перебивает, даже гири. Ты знаешь, отец, эту мессу творим мы сегодня не зря. Зарею над миром прольется огонь твоего алтаря. Итак, спасибо, это был король жрец! Да, друзья мои, итак, мы приступаем к решающему раунду, и нам необходимы ваши аплодисменты. Итак, ваши аплодисменты для Карамона! Именно по ним мы определим, кто же пройдет у нас в финал. Итак, второй участник — это Домомар. Громче! И, наконец, третий король-жрец! С ним понятно. Теперь у нас остается выбор между Домомаром и Карамоном. Итак, вновь аплодисменты для Карамона! Согласен, у нас в финале остаются Домомар и король-жрец! Алексей? Простите? Маш, я тебе говорил, что Машка мне постоянно мешает, да? Прошу вас, Карамон. Итак, друзья мои, у нас финал, грандиозный финал. Почему они до сих пор еще... Стоп, камера, почему они до сих пор еще находятся в своем, да? Да, так. Маш, можно мне там кофейку, там же нормально, там мискаря туда добавь, а то что-то как-то вообще сцена не идет. Я постоянно говорю, мне на ухо какую-то фигню. И вижу, я не понимаю, что там происходит. Дайте передохнуть. Слушай, здесь меня задолбали, они постоянно что-то доходят до меня. Да кого это? Что-то постоянно хотят там. И понятно, что происходит. Все готовы? Камера, мотор? Подожди, да, это у нас король жрец, какой-то не рейс.
Подожди, ну я объясняю, да, как бы, да. Итак, друзья мои, мы пишемся, да, мотор. Поехали! Итак, дорогие друзья, здравствуйте! У нас грандиозный финал в Ульт-Краунки шоу. Итак, у нас два участника. Это Рейсли Маджори и Так Хидис! Йоу! Сейчас мой помощник Аксюша объяснит правила третьего конкурса. Точнее, продемонстрирует. Ну, в общем, самое сложное, что нам нужно артикуляционно понимать слова наших претендентов в название «Король караоке». Вы готовы? Все встало? Тут надо помочь немножко, там... Отлично, да, это прям как будто бы я у дантиста побывал, итак... Итак, для вас, друзья мои, звучит не одиночная песня, а дуэтная ария. И вам нужно исполнять образ, прочувствовав его, проиграв, прожив, и, соответственно, донести до зрителей, до слушателей все слова под ваши бурные и нескончаемые аплодисменты. Начинаем. Тех, кто всегда идет к своей цели. Тех, кто рядом с тобой всего лишь студенты. Ты огнёмся на неё, и это я жалость. Возьми, что осталось. Лишь мир, лишь все белые клая. Вот все, что ты заслужил, вас твой набрал. Делал шаги соразмерно желания. Но не нашел лишь одно испытание сострадания. Симпатии достается Алексею. Спасибо, ты был клёвым. А с победителем мы поем коронную песню. И достается главный приз. Два пригласительных билета на ВИА. Можно песенку. Знакомые ноты и строки мы все вместе споем. Это королевство караоке. Ты можешь стать его королем. Все вместе поем. Это королевство караоке. Спасибо, друзья! Спасибо, Елена. Просим вас в зал. Корону! Я больше так не участвую, ни хрена. Где мой гонорар? Я не пойму, что за происходит. Так,
Ребята, подожди, подожди, никуда не уходи. А, спасибо, Лёш, спасибо, спасибо. Значит, ребята, Даша, иди сюда! Даша, иди сюда и артистов позови. Чего? Значит, балета у нас нет. Нам нужно начинать второй акт. Я готова. Я понимаю, что ты готова. Ко всему причем. Даша, придет. Таечка, придется тебе начать второй акт. Слова знаешь? Нет. Ну возьми листочек, пожалуйста. Что ж ты мой? Что ж ты мой, любый, что ж ты мой? Мы там... Я сам все. Ну мы подтанцуем, подпоем тоже. А вы поможете? Естественно. Ну что? Я в группу тогда пойду. Может, ты готова? Ну поехали. Ты мой родимый, где же ты гуляешь, казак молодой? Без тебя боюсь, плачу я, как ива, плачу, как ива над водой. Нас в груди так девушек много, каждой невесты так хочется стать. Только видать, проявили мы Бога, некому в хуторе нас целовать. Поруки все разбрелись по круге, кто за шутом, кто за длинным рублем. Этот пришивый, а тот криворукий, видно мы в девках всегда. Ладно, спрячь. Там да, все, все, в круг.
круг. И край. Слухайте. Пойдем до остановки. Жили-были Ромео та
та Джульєтта. І така кохання у них внутрі була, така кохання. Та чого я вам тут була? Я вам не то, що розкажу, я вам покажу. Святой. Отец мой. И с матерью я ваши не знаком. Ну, брат Лоренцо, пастор, бог мой. Вы помните, что этим вечером тайком под сводом этой мрачной кельи с Ромео вы должны нас обвенчать? Я помню. Дайте мне, пожалуйста, поссать. Чу! Вот его шаги. О, смейтесь, боги! Но как его принять? Как будто с бодуна? В раздумьях? В тревоге? Вот распиздилась. Точно! Выпить яду и лежать. Джульетта! Где же ты? Джульетта! Где... Вот это вот Джульетта? Джульетта! Что случилось с тобой? Не дышит! И пульс не бьется! О, Боже! Нет! Мертва! Нет, не так. Мертва! Ну как? И колба с ядом выпита до дна, и мне лишь остается тоже. Ромео! Милый мой Ромео! Убит? Но кем? Чтобы изменил ты имя. Ведь роза пахнет розой. Хоть розой назови, хоть че за бред. А, Джульетта, ты ища яда! И в то же время ангел мой, спустившийся с небес, ты для души моей измученной отрада. Скажу, что поедет. Вернись! Еще ты слишком молод! О, нет! Пожалуй, удавлюсь. Здесь где-то завалялся серп и молот. Прощай! Советский мой союз. Повешусь! Выпрыгну с балкона. Порежу вены! Отомлюсь! Сгорю! Сгоришь! И лягу под вагон я, но на тебе уж никогда я не женюсь! Я на тебе никогда не женюсь. Я лучше съем перед сердцем свой паспорт. Я убегу, улечу и сварюсь. Но на тебе никогда не женюсь. Что за быстро? Темнеет глаз. Влюбленные мои, и вот вы оба здесь. Ну что могу сказать я? Ромео Монтекки, согласен ли ты взять в жены Джульетту? Да, я согласен, 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 я очень люблю ее. Согласна ли ты, Джульетта, к
Капулетти выйти за Ромео замуж. Да, я очень люблю его, очень люблю его. Жених, поцелуйте невесту. Теперь объясните мне. Ну вот вы мне все объясните. Ну ладно, хорошо. Джульетта, ну вы только посмотрите на нее. А, с бородкой. Нет, все по европейским стандартам. Хорошо. А он? Ну посмотрите. А! Что за Ромео? Герой-любовник? Голубой? Все понятно с вами? Все это можно простить и понять, но объясните мне одно. Ромео и Джульетта поют подукупника! Это невозможно! Для артистов оперетты нет ничего невозможного! Я на тебе никогда не женюсь, я лучше с кем перевязаться, свой паспорт. Я улечу в публику и спарюсь, но на тебе никогда не женюсь. Спасибо. Спасибо. Включите. Дайте свет. Что случилось? Значит так. Дашу я не могу найти. Не знаю. Ярослав, видимо, побежал тоже за ней. Поэтому сейчас ты будешь играть. Кому? Мечта твоя сбылась. Где Таис? Таис? Таис, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, пока мы найдем Дашу до третьей ночи, пожалуйста. Что, Паночка? Да, да. Паночка? Да. Будьте, что хотите. Но подтяните вы.
Философ, садись и слушай. Только слушай очень внимательно. Мы на хуторе из года в год верны доброй традиции. Играем мы с казаками в загадки. Загадки загадываем. И вот, стало быть, ответишь ты на все вопросы, спасешь свою душу. А не ответишь... Я не спасти. И мы приглашаем вас на традиционную казацкую игру «Кто хочет стать Богом?». Дамы и господа, мы приветствуем вас на невероятном шоу, и сегодня у нас в гостях невероятный мастер перевоплощений, любимый всеми артист, человек, которого вы знаете как героя многих и многих постановок, хуторянец, волшебник и, наконец, человек, который знает практически все ответы на многие и многие вопросы. Хама! Мажоре! Итак, вопросы, которые мучают многих людей, которые находятся в этом зале. Итак, 4 варианта ответов на вопрос номер 1. Итак, мы ни о чем не договаривались, Ярик. Когда ты в этом костюме, я вообще с тобой не могу о чем-либо договариваться. Это не значит, что я уже согласен. Я готов. Итак, вопрос номер 1. Почему в спектакле «Последнее испытание»? 4 варианта ответа. 2. Дуримара. 2. Какой вопрос? Вопрос был, что «Последнее испытание»? Почему в спектакле «Последнее испытание»? 2. Почему? Дуримара. Да, да, почему? Почему? Два. Самовара. А, ты же написал тяжелую музыку. 2. Мановара. И, наконец,
два Даламара. Пока Ярик думает, я задам второй вопрос. Так, стоп. Вопрос был, почему в спектакле «Последнее испытание 2» и ты выбрал варианты ответа? Это 4 варианта ответа, выбери верный. Самовар не в моде, Дуримар не знаю, что... Клёстова спроси насчёт Дуримара, он тебе всё ответит. Клёстова спроси. Даламара знаю, что это. Это верный вариант ответа, он выходит в следующий тур. Садись, пан философ, садись и слушай, что я тебе скажу. Только слушай очень внимательно. Итак, что именно требует... увеличение спектакля «Последнее испытание». И вновь 4 варианта ответа. Вариант номер 1. А Руслан вышел? Гонорары артистов. Второй вариант ответ. Также гонорар артист. Третий вариант ответа. Гонорар артиста. И четвертый. А это мой он ли не? И это верный ответ, Полосок! Садись, пан философ, садись и слушай, что я тебе скажу. Только слушай. Да веселишься один. Можно сложный вопрос? Итак, вопрос от Ивана Жогина из города Санкт-Петербург. Удиви меня. Внимание на вход в зал. Итак, кто в черном деревянном ящике? Варианты ответа. Итак, кто в ящике? Было бы логично. Спящая красавица. Ленин. Александр Друзь. И Денис Давыдов должен там быть, потому что где он? И, наконец, четвертый вариант ответа, возможно, почетный гость нашей встречи — Иван Ожогин! И подглядывай. Меня вставишь в очень непонятное положение. Я вижу камеры на ножках. В этом зале, сквозь дым, между прочим. Пусть это будет Ленин. Мы это совсем скоро поймем в третью ночь. Продлевать будете? Что? Что происходит? Итак, последний вопрос
Ответ на вопрос номер три он получит совсем скоро, когда стемнеет. И все-таки финальный вопрос, который, возможно, даст ответ не только нам, но и всем гостям в зале. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные каучуки? Я не думал, что меня заставят задавать этот вопрос человеку в розовом. И ты знаешь, это единственный вопрос, на который я знаю ответ! Куда ты убежал-то? А целая сцена простроена! Вот это ты знаешь, но я забыл тебя предупредить. Прикинь, какой я смелый артист. Перед первой ночью. У нас же третья ночь. Я рассчитывал, что в первые две ночи ты справишься. Пан философ, пора тебе идти в церковь. Чего? Я не пойду. Я там не был уже много лет. Справишь, по ведьме, три ночи спасешь свою душу. А не отчитаешь и душу потеряешь. И ведьму к жизни возвернешь. Пойдешь, пойдешь. Я не... Отпеть, отпеть ее надо. А, так отпеть! А чем ты занимался предыдущие ночи? Kansas, yeah. Yeah, I shot to on evil blood. Come and be looking, it's impossible. Do this opposite, it's a perfect part. Déjà un mec, un mot, un mot. La vie de la tête, comment c'est? La route pleine de stade, on peut même blesser le Dieu dans ce monde. Любовь колонн стороной прошла.
Что, повеселились? Еще не до конца, Руслан. Что? Не знаю, мне было весело. Федор, я первый. А может, не надо? У меня еще дело не это. Что? А у меня там не допито. Что там не допито? Она вообще жадкая, я проверяла. Что сказала, значит, золотая маска? Знаете что? Что? Пошли вы... Значит, наш спектакль, конечно, им очень понравился. Особенно некоторые артисты. Ну, а значит, сказали, да, неплохо поют, неплохо, да. Но золотую маску получил цветорежиссер. За цветовое оформление спектакля! Это потому, что я постоянно кричал «ЦТМ! ЦТМ!» Понимаете? То есть он единственный знал, что делать. Ну, в общем, могу простимулировать суицид. Просто взгляни на меня. Откуда голод? Я тоже сразу не понял. Ярик, ты у меня уже внутри. Нам нужен яркий финал. Ты не мог бы... Ты не мог бы раздеться. Яркий. Ярослав Боярлас, прошу! В общем, мы не знали, чем закончить этот дурацкий капустник. Поэтому мы его и закончили по-дурацки. Мы хоть его себе готовили. Хоть кого-то? Мне нельзя. Тебе нельзя. Ты же сегодня такой был красивый, в розовом. Все, мы вас всех любим! С праздником вас! Всем счастья! Я вас хочу, Катя, вы тоже! Yeah.